закуски шефа. Это здесь. Но почему они всегда ждут моей смены, а потом начинают убивать друг друга посреди ночи? Тайлер, в Нью-Йорке каждый день кого-нибудь убивают. И всегда во время моего дежурства. Будто все психи сговорились и действуют мне назло. Хочешь поныть, делай это внутри. Так я хоть не умру от холода, пока буду тебя выслушивать. Как скажешь, Карла. За 5 лет службы в полиции я видела много убийств, но к смерти нельзя привыкнуть. Ты просто учишься жить с ней бок о бок, вот и все. Не знаю, может, это была усталость, холод или что-то еще, но я точно помню дурное предчувствие, посетившее меня, когда я вошла в ту забегаловку, как будто какая-то часть меня уже знала, что на этот раз все будет иначе. Как дела, Маккарти? Добрый вечер, инспектор, я вас ждал. Привет, Тайлер. Эй, Мартин. Ну, что случилось? Убийство. Я нашел тело в уборной. Зашел туда перед тем, как идти домой. Подозреваемый есть? Прежде чем я нашел тело, ушел один клиент. За каким столиком сидел подозреваемый? Он сидел вон за тем столом. Кто жертва? Его звали Джон Уинстон. Он сюда часто заходил. Кейт его знала, она сможет рассказать больше. Тело еще не увезли? Парни из морга вас ждут. С того момента, как нашли тело, в туалет никто не заходил. Это официантка? Да, Кейт Моррисон. Думаю, вам следует ее допросить. Если позволите, инспектор, я попрошу вас не слишком на нее наседать. Она все еще в шоке. Спасибо за помощь, Мартин. Уже поздно. Лучше иди домой, немного поспи. Я подожду, пока вы поговорите с Кейт. Хочу убедиться, что она доберется домой. Кейт? Я следователь Карло Валенти. Я расследую это убийство. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Да, конечно. Вы хорошо знали жертву? Джон был завсегдатаем. Каждый понедельник заходил. Всегда заказывал одно и то же и давал на чай. Вы можете рассказать мне о посетителе, который ушел перед тем, как нашли тело? Обычный парень. Я на него даже внимания не обратила. Как он выглядел, Кейт? Как думаете, вы могли бы его описать? Я видела его всего пару секунд. По-моему, он среднего роста, довольно молодой. Это все, что я запомнила. Что делал тот мужчина перед убийством? Он сколько-то здесь просидел. По-моему, он читал. Джон был один? Он с кем-нибудь разговаривал? Джон всегда приходил один. Мы болтали с ним о погоде, о его работе. И все. Он больше ни с кем не разговаривал. Вам не показалось, что Джон и подозреваемый были знакомы? Нет. По-моему, они не были знакомы. Когда пришел Джон, тот парень уже здесь сидел. Они друг с другом не разговаривали. Я почти уверена, что Джон его не знал. Расскажите, что вы видели? Сегодня вечером народу было немного, а обычно по будням тут тихо. Я просто болтала с Мартином у барной стойки. Я даже не видела, что Джон встал. О, боже мой! Кейт, соберитесь, пожалуйста. Я знаю, вы испытали шок, но вы единственная, кто может помочь нам найти убийцу. Моя смена подходила к концу. Я болтала с Мартином у стойки. Джон встал и пошел в туалет. Наверное, этот парень последовал за ним. А потом он, наверное, улизнул. Я не видела, как он выходил. Что было дальше? Мартин пошел в уборную и нашел там Джона.
Вы ничего не слышали, пока Джон был в уборной? Может, звуки борьбы или крики? Нет, я ничего не слышала. А вам не показалось, что Джон был не таким, как всегда? Он не выглядел подавленным, расстроенным? Нет, он вел себя так же, как обычно. Даже пошутил, когда зашел. Как думаете, вы смогли бы познать подозреваемого? Никогда не забуду его лицо. Отлично. Вы не могли бы завтра подъехать к нам в участок и помочь нам составить фоторобот-убийцы? Да. Я сделаю все, чтобы помочь вам его поймать. Огромное спасибо за помощь, Кейт. Надеюсь, вы найдете этого подонка. Такие, как он, вообще жизни не заслуживают. Обещаю, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его найти. А теперь идите домой и попытайтесь немного поспать. Мартин вас проводит. Доброй ночи. Так, вилка на месте. А где его нож? Чашка кофе и газировка? Странно. Или он любит кофе, или же он был не один. Книга «Буря Шекспира». Довольно странно, что убийца читал такую книгу. Гаррит, под этим столом лежит книга. Снимешь с нее отпечатки? Сделаю, Карла. Так, так, кофе в счете не указан. Здесь кровь. Убийца сидел за этим столиком. После убийства он вернулся и снова сел за него. Гаррет, в этой кабинке кровь. Хорошо, я посмотрю. Несколько ран в левой части груди. В области сердца. Похоже, удары нанесены ножом. На швабре кровь. Вероятно, убийца смывал ей следы. Его уже могли поймать. Зачем ему было так рисковать? Почему здесь кровь? Нашла что-нибудь? Возможно. Не понимаю, почему здесь кровь. Может, это кровь жертвы? Вряд ли. Скажи Гаррету, чтобы проверил. Тогда будем знать точно. Следов борьбы нет. Похоже, его застали врасплох. Тайлер, и чем же ты занимаешься? Улики ищу, а ты как думаешь? Странно. Что? Ну, у него при себе кредитка и сотня долларов. Я думаю, убийца прикончил его не ради денег. Не знаешь, его семье уже сообщили?
Если только тут нет банды, которая прячет в уборных окровавленные ножи, то, наверное, я нашел орудие убийства. Отлично. Скажи Гарриту, чтобы снял с ручки отпечатки пальцев. Окей. Ты готов ехать, Тайлер? Думаю, я видела все, что нужно. Ты уверена? Мы можем еще раз все осмотреть, если хочешь. Нет, все хорошо. Поехали домой. Хорошо, едем. Круто. Карла согласна ехать. Надо забраться в машину, пока она не передумала.